От античности до наших дней проделали путь участники квеста «Путешествие сквозь время». Его организовали педагоги молодежного центра для своих воспитанников в преддверии 1 июня. Участники разделились на 4 команды, которым предстояло пройти станции, собрать все ключи и артефакты. Квест наполнен различными заданиями. Например, во временах античности нужно детям угадать животных по следам. Также на каждой станции есть определенное задание, которое знакомит их с временным отрезком. На одной из станций дети отгадывали предмет, спрятанный в черном ящике, на другом проверяли свою меткость на необычном дарте. Больше всего понравилась эта цель, потому что там дают халявные монетки, и попадать очень легко. Так-то квест очень хороший. Мы узнали, что в 80-х годах был изобретен первый парашют. Мы пытаемся шарик захватить в центр. Ага, получить за это что? Ключ. Будете получать ключи. Расскажи, много ли вы станций уже сегодня прошли? Я думаю, это последнее. Нам квест очень понравился, познавательный. Мы узнали очень многое о 80-х, 90-х и многих станциях. Ага, я вот смотрю, ваша команда уже отдыхает. Вы одни из первых прошли весь? Да, так и есть. Мне кажется, мы собрали все монеты, потому что у нас ни один не промазал игрок, не подвел команду. Все команды дошли до финиша. Ребята получили массу положительных эмоций, узнали интересные факты о разных эпохах, проверили свои знания и силы. Каникулы в молодежном центре в самом разгаре. На протяжении всего лета организаторы будут приглашать детей и их родителей на развлекательные мероприятия. Желаю детям позитива, креатива, оставаться такими же эмоциональными, жизнерадостными, успехов во всем и прекрасного лета. Дарья Кузина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.